девочка ногу тянет, вы почувствуете, она вас упрется, да? А вот если назад, надо просто почувствовать, что она выставила ножку. В сторону надо почувствовать, что она, да, услышала. Девочки, шага не надо делать. Потом поменяли ножку девочки. Девочки, все по сигналу. И то же самое сделаем с другой ноги, пока она не поймет, что надо выставить ножку, куда падает, да? Приставай на нее, просто выставляй. Тянем другую сторону, она выставляет, да. Возвращаем, тянем. Да, шага делать не обязательно, да. Просто потяните ножку, стой на одной ноге, не ходи пока. Делаем. Куда ножка идет? Ребят, танго, самый кайф — это понять, как говорил кто-то из великих, счастье — это когда тебя понимают. Вот сейчас, мальчики, ножки соединили, Миша, и тянем, стоя просто вот весом туда, сюда, чтобы девушку... Девочка стоит на одной ноге. Потянули, значит, выставила ножку. Штырнули, подтянула ножку. Потянула. Не забываем, подняли девочку, перенесли на другую ножку. Подняли, перенесли на другую ножку. Когда подняли, снялся. Да, и вот теперь болтаем. Девочки, против того, что переходим. Девочки, против часовой партнера меняем. Девочки переходят. Девочки, бегом. Против часовой. Еще раз, чтобы с этим закончить. Ребят, первое, что мы делаем, мы ставим девочку на нужную ножку. Для этого подняли, перенесли вес на ножку. Девочки после этого ногу не меняют. Теперь я давлю корпусом, допустим, на девочку, она тягивает ножку назад, не откидывается плечами. Для этого плечами лягте на партнера. В сторону, допустим, она просто вытягивает ногу, она не делает шаг. Тянем на себя, она ножку упирает в нас. Вы почувствовали, да, значит, все, она вас поняла. Это минимальные движения, просто нужно понять друг друга. После этого поднимаем, представляем на другую ножку и уже делаем другой ноги, да. Другой ноги, да. Дальше. Молодец. Соображаешь. Получилось? Ребят, девочки, не ложитесь бедрами на партнера. Ложитесь. Мальчики, тоже дайте партнерше, а вот полку от нее отдайте ей пространство. И не прижимайте, мальчики, ручкой девушку к себе. Дайте ей свободу. Объятие призвано поддерживать, но не сковывать. Получилось? Переходим против часовой стрелочки. Следующий сигнал. Быстро переходим, бегом. Следующий сигнал. Девочку на себя взяли. А вот теперь смотрите, я хочу шагнуть.
нормальной ходьбе, чтобы шагнуть, я сначала сяду. Это тоже сигнал, что я буду сейчас шагать. Девушка у меня стоит уже на нужной ножке, правильно? Теперь я давлю корпусом, она знает, куда я шагу, и я этот шаг сделаю. Еще раз, я ставлю девушку на нужную ножку. Да, сажусь, давлю корпусом, пока она не оттянула ножку, и делаю шаг. Шаг делаю. Вместе со мной делает этот шаг девушка. Это уже труднее. И стоим на той ножке, куда сделали шаг. И меняем ноги. Дальше. Я опять сажусь. Тяну корпусом. Она поняла, выставила ножку. В ту сторону, куда я буду шагать. А потом, ребят, толкнитесь. Девушка хорошо почувствует. Посмотрите, внимание. Сначала отставить. Внимание! Итак, я тяну корпус, да? Девушка выставляет ножку, куда она начинает падать. Я сел перед этим, я показываю, что я сейчас буду делать шаг. Все, теперь смотрите, если я мягко и незаметно перенесу вес, девушка меня не услышит. Она не определит ни длины шага, ни момента шага. Когда девушка вытянула ножку, я тоже вытягиваю ногу перед шагом, да? Я делаю небольшой толчочек. И вот тут подсознание у всех хорошо срабатывает. Они четко сделают этот шаг вместе с вами. Не забывайте продолжить. Давайте пробуем. После этого ногу не меняем. Где твоя Марсюша? Наблюдаю. Итак, поставили девушку на нужную ножку. Наконец-то. На одну ногу. Сели. Потянули корпусом. Ножка пошла уже. И делаем, и поставили место. Делаем шаг. И стоим на этой ноге. Настя, иди ко мне. Иди. Девочки, теперь закрываем глазки. Прижимаемся верхом к партнеру, домиком встаем. Локоточек на партнера, партнер и локоть вниз. Ставим девушку на нужную ножку. Садимся. Оттягиваем корпус вперед, чтобы она ножку вытянула назад. Оттягиваем ножку, еще не делаем шаг. И потом только толкаемся, делаем шаг. И стоим на этой ноге. Теперь садимся, оттягиваем корпус в сторону. На одной ноге стой больше. В сторону оттягиваем, но стою я на одной ноге. Вот ты оттягиваешь свободную ногу, да. Но не встаешь на нее, а делаешь толчок. Девушка делает толчок с тобой, делает шаг. После этого берем девушку на себя, тянем, мы сидим внизу. И толкаемся, делаем шаг. И еще один шаг на себя. И потом чуть в сторону. И все это три фазы. Сели, потянули корпусом, толчок. Сели, потянули корпусом, не падай, ноги оттягивают меня. Потянули корпусом, толчок. Сели, потянули корпусом, толчок. Потянули корпусом, толчок. Потянули корпусом, толчок. Ногу положите вверх на партнера. Только так вы почувствуете движение, вы начнете падать и будете вытягивать ногу. Вот куда партнер вас тянет, вытянули ножку и толкнулись вместе с ним. Падаете, вытянули ножку, толкнулись.
Партнеры, делайте небольшой толчочек, чтобы девочка четко понимала.